кажуть, що усі наші хвороби від нервів. Чи справді це так? Дізнаватимемось від психолога Олександра Казаріна. Доброго дня, рада вас бачити. Чи справді усі хвороби від нервів? Чи кажуть правду люди? Чи кажуть правду фахівці? Чи, можливо, там є доля? Ну, вы же знаете, люди говорят очень много, вот. А специалисты говорят еще больше. У нас обычно склонны слушать специалистов. Ну, я вам скажу и как человек, и как психолог. Да, я полагаю, что действительно большинство наших, не только заболеваний, а большинство наших проблем связаны с нашей нервной системой. Ну, наверное, даже все. Ми сьогодні будемо говорити про психосоматику. Справді, кажуть, що психосоматика, вона здатна, це справді, вона здатна як зрозуміти, що з вами не так, ось, і виявити проблему, і потім звернути на неї увагу. І навіть за допомогою психосоматики, якщо правильно все зробити, то можна вилікуватись. Ой. Правда чи ні? Знову ви знаєте, ви так розказали. Знову так чи ні? Є така психосоматика, що з допомогою неї вона прийшла і всіх злічила. Давайте в термінах опинимося. Давайте розберемось, що це таке? Що таке психосоматика? От давайте спочатку почнемо. От да. От психосоматика – це, ну, якщо так по-научному, то це розділ либо медицини, либо психології, либо психотерапії, яка ізучає зв'язь між психічним состоянием человека и состоянием его тела, болезнями его, которые возникают, болезненными состояниями. А происходит оно, естественно, у нас от греческого, как многие медицинские термины. Психи – это душа, а сома – это тело. Угу. Вот, ну, как бы вот есть психосоматика. Отсюда оно Звязок души с телом. Да, но в данном случае, если мы рассматриваем это в медицинском аспекте, то каким образом психические состояния наши различные влияют на состояние нашего тела. Вот так. Ну так. Ну от, наприклад, у нас болить рука, так? Ну, наприклад, візьмемо. Да. От такий приклад. Але ж насправді, коли ми розберемося з тими проблемами, які заставляють цю руку боліти, то ми можемо позбутись проблеми. Так чи ні? Частично. Ну, например, если вы молотком себе заехали по пальцам, то это не то. То да, как бы. Но вопрос, опять-таки, если копнуть глубже, почему вы это сделали? Почему по пальцу? Могло же иначе. А почему по этому пальцу? Почему сегодня, к примеру, допустим, перед экзаменом это сделали, да? Вот, бачите, психосоматика. Вот. Или, например, вас там кто-то попросил, жена просила там полочку прибить. Угу. Да, и по пальцу. Да, вместо того, чтобы полочку прибить, вот по пальцам, вот теперь я на... Вильный. Да, на законном основании лежу, вот, а мне там чай готовят, потому что я сам не могу это сделать. Вот здесь уже, наверное, подключаются всякие, угу, ну, как бы психические аспекты к... Зараз можна побачити різного роду карти, так? Mm. Де є, наприклад, там хвороба, і що з нею робити, як її позбутися. Чи треба їм довіряти, чи це справді достовірна інформація? Ну, всім відомо, навіть не карти є, всемирно відома Луїза Хей, яка написала масу книг і пропагандувала цей метод. Лично я думаю, что связь однозначно есть. Насколько она научная, ну, это, наверное, судить все-таки ученым, которые это анализируют. Я вам скажу так, что сегодня большинство все-таки ученых сходятся к мысли, что, может быть, не все, но очень много болезней являются не чисто соматическими, а психосоматическими. Просто копнуть нужно в нужном месте и глубже. И оказывается, что все-таки связь какая-то есть с этим. Знаете, на юге Франции есть такой известный город Лурд. Ну, слышали, наверное, да? Самое интересное, что он второй по посещаемости после Парижа. После Парижа во Франции и очень там на каких-то первых местах стоит по посещаемости в Европе, хотя население его составляет всего 14 тысяч человек. Ну, там есть какой-то замок, там тра-ля-ля. Как вы думаете, в чем причина? Ну, я не знаю. И как это связано с психосоматикой? Я думаю, я просто начала психосоматику думать. Ну, да. Дело в том, что в конце 19 века, ну, там произошли некоторые события. Одна девочка там увидела
Божью Матерь, которая ей сказала, копай там, и там будет источник. И она там что-то копала-копала, оттуда источник появился, и эта девушка сказала, что ей Божья Матерь сказала, что это целебная вода, и будут исцеляться люди. Ну, в первое время как-то этому не очень верили, а потом все-таки произошло несколько таких исцелений. Я понимаю, это 19 век, медицина еще тогда не очень была развита, лечили много чем. Вот, и как бы люди стали подтягиваться. На сегодня это, ну, одно из самых, наверное, посещаемых мест, таких паломнических в Европе. И если там 14 тысяч человек проживают постоянно, то, ну, они все, наверное, работают вот в этой сфере, то от 5 до 6 миллионов паломников каждый год приезжает. Ну, туда уже много. А причем, заметьте, это в нашем 2019 году. Вы понимаете? И это на протяжении стольких лет. Вот. Люди как-то исцеляются. Дело в том, что, ну, сначала этому не верили, но когда люди стали все-таки исцеляться, заинтересовались. Ну, церковь ясно заинтересовалась. Они изначально были в теме. Но заинтересовались и врачи, которые как-то вот во все не верят. Так. И собрали комиссию по Лурду из ученых, которые вот, ну, только верят фактам. Так. И даже эта комиссия зафиксировала, документально зафиксировала на сегодняшний день более 70 необъяснимых исцелений. Ну, то есть, идея в чем? Вот они брали человека, который вот приезжал, обследовали его там, всякое все, давали заключение. Потом он шел туда, к источнику, что он там делал, либо он там мазал этой водой, либо там окунался, либо там пил эту воду. И по истечении какого-то времени, бах, человек исцелялся. Медицина современная говорила о том, что не могу ничего поделать, а вот он взял, попил этой водички и исцелился. Ну, ви ж понимаете. Це чудеса, так? Це чудеса, які в світі є. Не все кіно. Дело в том, что заинтересовались этим феноменом, ну, сначала химики. Наверное, там какая-то, ну, знаете, как там, серебро там есть, либо какие-то редкие металлы, которые исцеляют. Да ничего особенного, ну, как обычно. Потом решили биологи, взяли на анализ воду, может, там какие-то чудодейственные бактерии. Оказалось, да. Микробы есть, и причем болезнетворных микробов в сотни раз больше, чем в обычной водопроводной воде. По логике, люди должны были там пачками ну, заражаться, умирать, а они исцеляются. Ну и вот то, что вы говорите, чудеса веры. Ну, давайте назовем это чудеса психосоматики. Ага, почему бы как бы так назвать? Да. Так? Але ж, ну, психосоматика трошки має, мабуть, інший підтекст, інший зміст. Тобто це те, що людина, може, собі надумала, може вона щось погане зробила в своєму житті, може в неї, справді, вона десь не знаю, там, ну, от голова болить, так? Чому болить? Бо багато нервується, можливо, так, багато думає про щось зайве. І потім, звичайно, трапляються такі от випадки. Коли це медикаментами лікувати, то може бути ефект інший. Може бути. Але ж чи повністю вона може позбутися цієї проблеми? Може і не повністю. Ну, є, наверное, случаї, коли одної психології тут не поможеш. Ну так, комплекс. Вот. Об этом говорил ще дедушка Фрейд. Очень чітко, конкретно, по поводу теми психосоматики. Так. Он говорил о том, что у нас проблемы возникают от наших подавленных желаний и подавленных потребностей. От нерешенных проблем. Вот, допустим, вот вы говорите, голова болит, да? У Фрейда там все четко. Говорит, нам приходят какие-то проблемы, мы их за дверь выставляем, а они к нам в окошко приходят. И приходят в окошко уже немножко в другом виде. Не в виде той проблемы, что, например, пойди создай отношения с женой, либо с детьми, либо пойди там денег заработай, а в виде болезни. То есть тут как бы цикл этот замыкается. И само вот лечение, ну, терапия, да, вот если мы говорим в этих терминах, сводилось к тому, чтобы не уныкать проблем, да, а наоборот, во-первых, начать их видеть
И после того, когда ты видишь проблему, ты с ней можешь что-нибудь сделать. Вот, вот, вот и лечение. Пропрацювати, как бы. Так. Да, поэтому чу болит голова. Ну, допустим, да? Болит голова, потому что там ребенок, не знаю, в каком-то пубертатном возрасте, подростковый возраст, он не слушается, делает, что хочет, а я ничего с этим не могу поделать. Поэтому сижу, молчу, да? Вот. И потом, вместо того, чтобы как-то вот начать общаться с ребенком, найти как общий язык, может быть, там поговорить как-то, мама либо папа молчит, злится, и проблема не решается, и куда она? Либо в голову, и тут потом сосудики лопаются, либо со всякими там нервами, и язвы желудки возникают. Кстати, и головные боли, всякие мигрени, язвы желудка, это... Ну, чітко в медицині определені як психосоматичні захворювання. Так, тобто є такі захворювання, які справді психосоматика. Да. От кажуть, рак, наприклад, це не прощені якісь такі образи страшні, які є у людини. Ну, кажуть, що так. От якщо бували випадки, якщо людина пробачала усім, то ця проблема щезала. Ну, мне так хочется верить. Хочется, что так, так, так оно и есть. Лично я думаю, что может так оно и есть. Ну, как бы научных подтверждений таких, что вот однозначно, я, к сожалению, пока не так, встречал. Так, так, чтобы прямо да. 100%, то да. Так, але кажуть, що справді є. Есть. Ну, я думаю, что связь, безусловно, есть. З приводу того, як нам зараз ставитись до проблем, до психосоматики самої, так? То от тільки що ми все одно вийшли до того, що проблему треба вирішувати. Якщо ми її будемо вирішувати, то наш організм, він також буде піддаватися такому лікуванню. І окрім того, що ми можемо медикаментозно це робити, ми ще і розбираємось з тими проблемами, які нас хвилюють на сьогодні. І таким чином, можливо, в комплексі ми все це і зробимо. Ну от, наприклад, якщо, чому ми можемо ми трохи розібратися? Якщо болить шия, наприклад, болить спина, болять руки чи ноги, чи там внутрішні органи, то що це? Це таке. От ну, з боку ну, психосоматики. Ну, смотрите, все, що связано там со спиной, с шеей, кстати, откройте Луизу Хей. Она, конечно, не... Расписала. Да, она не психолог и не психотерапевт, и далеко не медик, но однозначно талантливая, наблюдательная женщина, которая составила целый список всего. Может, даже с ней и работали кто-то из этой сферы, профессионалы. У нее по поводу спины, по поводу поясницы, по поводу шеи, это зажимы, которые связаны с тем, что человек ну, как бы, слишком много на себя берет. Да, вот как бы. Ну, кажется, так. Да, вот слишком взял на себя много ответственности, но не хочешь с ней справляться, к примеру. Не тянешь, да? І це так чи інакше виходить... Ну так, треба розгрузити, або розгрузити, або вже зробити над собою зусилля, вирішити усе, так? Ну. У нас, кстати, всі ці вот психосоматичні заболівання ще виникають від того, що ми болтаємо слишком много лишнього. Наприклад. Но, причому, ну, я говорю лишнього, тому що эти вещи связаны однозначно. Например, человек говорит, глаза мои тебя не видели. Ага, вот есть такие. Ось як. А потом удивляются, бачу, что у него со зрением происходит. Понимаете? Или, например, что-то у меня сердце не на месте. Да? Ось як. Вот я там переживаю, что-то у меня из-за там, моего внука сердце не на месте. Оно не на месте, а человек таким образом как бы программирует себя на то, что у него потом начинается соответствующее заболевание. А вот, или, например, вот я вот там говорит, я просто физику не перевариваю там, да? А потом ось воно переваривание. Да, и потом начинаются проблемы шлунок, проблемы желудка. Вот, поэтому вот говорят там такое вот выражение, оно может быть не киношное, да, для тебя фильтруй базар, да? Но его надо реально фильтровать. Слова, которые мы говорим, потому что они так, ну, просто вони не вилітають. Треба дуже розуміти, ну дуже чітко, що кожне осознавати хоча б що ти говориш. Воно має зміст, і до речі, знаєте, в східних країнах там дуже люди ставляться до цього обережно. Якщо людина хоче побажати здоров'я саме цій людині, то вона бажає саме цій людині здоров'я, не просто так. Тобто все конкретно, усе сконцентровано на тому, що ти даєш цій людині і те, що ти від неї береш. От якщо
б ми так само до цього ставилися, можливо, було б трошки краще. А з приводу того, що я часто чую, там, ненавиджу чи щось, зараз багато людей говорять так, але ж ніхто не розуміє, чим це може завершитись. І причому не важливо, що ти ненавидиш, або там кого-то, або ситуацію якусь. Вот. Самое главное, что вот этими словами человек начинает создавать в себе это губительное внутреннее психическое состояние, да? которое вот это наше психическое состояние на нашу сому и влияет, и наше тело потом начинает от этого страдать. По-всячески. Ну, тоді вже висновок зробимо з того всього, про що ми сьогодні говорили, бо багато чого насправді є з приводу цієї теми. Дуже важлива інформація, треба її розуміти, знати, словам приділяти значення. І найголовніше, от зараз, чого не можна робити? Як нам так знайти в собі гармонію, щоб ми жили щасливо, добре і нормально? Ну, я думаю, что самая большая проблема в том, что люди просто живут, большинство, я не всех говорю, живут неосознанно. Они, ну, как бы избегают видеть вообще проблемы. Или, ну, потому что проблема связана с негативными переживаниями. Потому что если я увижу, что я на самом деле бедный, необразованный, там, одинокий, никому не нужный, я же буду переживать по этому поводу, да? И тогда, естественно, у меня начнет ну, там, что-то болеть, да? Неприятное переживание. Но самое интересное, что именно это и есть ключиком к тому, чтобы выйти из этого. Пока человек не признает, как бы, свое состояние, пока он не осознает его, следующего шага сделать невозможно. Надо, как бы, принять, да, вот я нахожусь вот здесь, отметить эту точку, а как на GPS, да? Пока я не знаю, где я нахожусь, как же я могу проложить маршрут в какую-то другую точку? Отметить, да, да, вот есть у меня такая проблема. И потом найти способ решения этих проблем. Вот тогда, когда я запускаю эти проблемы в свою жизнь и начинаю их решать, вот, тогда они не будут лазить через окно с помощью всяких болезней. Все будет прямо, чітко и зрозуміло. Я вам дуже дякую, пане Олександре, за те, що ми змогли сьогодні дізнатися. Ну, ви тільки розворушили саме головне. Да? Але ж час є час, да. І те, що ми сьогодні встигли, то це те важливе, про що нам потрібно пам'ятати. Ну, я думаю, що висновки вже глядачі самі зроблять собі. Да, так що, де тут камера, будьте здорові. Дякую вам, справді це дуже важливо. Ну, а ми зустрінемось з вами вже завтра. Це була програма «Фреш». До побачення.